Я про них и забыла, они просто лежат, я увидела, и не было банки. Работать. Что, она вот тебе не сделает. Лена, а? Оно только отсюда, я говорю, не жалеть. Я меньше 500 на одну. Помнить, как у вас вкусно сидеть. Они сказали, да, вот за все вот эти. Нет, вот эти вот. Я не знаю, какие ему подойдут. И какие могут. Ценники не маленькие. 300. От 8 рублей. Такой. Она думала, что это я поставила, не перчатку. Не, найди. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Я не знаю. Ребята, дайте мне паспорт, я билет хоть дам. Ах, говорит это? А где эти Оксанки, Финанки? Ну, сейчас будет тут. Ну, ты виновата, опять ты виновата. Ребенок маленький, 3 недели нам только, 3 недели. Поехал в первые ворота, сразу, не вторые. Особенно эти медикаменты, это вообще. Не, ну если совсем, то... Не, ну если так, ничего в ней не обрезайте, такой люфрой. Вербена вообще. Твои коробки валяются. Где? Там стояла, но это давно было, не правда. Теперь она только впереди будет. Там старая. Наверное, не надо так уложить. На, беляша. А я боюсь. Чем ты? Я ем, а ты боишься? Да, 10-й кабинет. Ну, постой, вот сейчас я позвоню. Кубанская ягода. Хоть научились упаковку делать. Это недолго читать. Они такая салфеточка, не сочная. Как с огородом вычистить. Сейчас это не обирается на салате. Без голосов переделывают. Девочки, киви, а вот все помидоры. Нет. Иди первый. Первый марак. Где твоя подруга? Где подруга? Да, вот таким вот. Второй и первый. И мы потом вон туда пойдем. А, туда лучше. Да. Спасибо. Это что делать? Thank you. там Оксана, может, кофе попьем? Так красиво, думаю, я вам на дорогу показать. Да? Да, помню. Они смотрят. Я тебе могу пищу не могу отдать. Разберемся мы с тобой. Сколько такое? Почти 2,5. В лес они убегали, да, это его лес. Я же нижний буду, сейчас другая. Я же искала вот эту ничего. Да, это. Я это вообще не. Я вот за правду, за любовную, за свою. На подъем идем, это разгинается. Какой-то там ковырлак. Терпение, конечно. Пропала роза. Еще не захожу, если есть еще. Ты пойдешь с Элькой? Сколько делать? 2 килограмма. Покупку мне просто не надо. Ну вот это было маленькое, у него 25 рублей. Ну я ходил. Да, это салат, а там красный. Что? Не слышу. Дверь у меня есть. Дверь у меня такая. Тарина от кукуров не платит. А вот таких нет. уважаемые коллеги, убежище введено в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях вашей безопасности рекомендуем соблюдать дистанцию в очередях 1,5 метра друг от друга. При посещении беженских рядов в обязательном порядке использовать средства защиты органов дыхания, маски, оставаться дома и обращаться к врачу, если у вас появились температурные заболевания, повышенная температура тела. Благодарим за понимание и Лена, надо чай. А это немножко. Мне было так больно, что она... Потребительскому обществу беженские ряды на постоянную работу требуются уборщики территории и павильонов, оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации, полный соцпакет. Обращаться в Она... Ну, размер ваш, можно. Да, Грустов, это вообще Грустов. Там 40 дисков. Так они ходят и еще не знают, что они собирали. Но они в основном у меня они ведь не рассветлили. Ananın aferin düştü yine. Biz de böyle birlikte bir şey çektik.